Итак, всем привет, с вами Стал. Сегодня мы продолжаем проходить Resident Evil 4 2005 года. Кто не помнит, в прошлой серии у нас украли Эшли. Мы сейчас ее будем искать. Мы выбирались через канализацию с большим количеством жуков, которые уничтожали и пулялись меня кислотой. Закупились мы. И сейчас будем идти дальше для того, чтобы что? Больше не видеть этих жуков, потому что мне что-то неохота. А, она снизу стояла. Я про... Вон. О, давай. К хедлу. Вот это, кстати, мне вот этот мелодия нравится. Взять. Записки смотрителя замка. На протяжении многих лет потомки семьи Салазар, точно Салазар, были смотрителями в этом замке. Не могу сказать, что наша репутация чиста, так как у нас было темное прошлое. Много лет назад в этих местах существовала религиозная группа, называющаяся Лос Иллюминатос. Нечестным путем первый смотритель замка стал ее лидером. Ну, неожиданно. Как последователи этой религии и потомство смотрителя замка, я должен был искупить тот грех. Я знал, что смогу это сделать, передав власть Лос Иллюминатос тем, у кого она была отобрана. Как я и думал, это заняло некоторое время, но мы все смогли освободить запечатанную Лас Плагас. Это приблизило нас к возвращению Лос Иллюминатос. Интересно. Причина, по которой я освободил Лас Плагас из глубины замка и передал их лорду Садлеру, заключается не только в том, что я хотел искупить грех своих предков, но и в том, что я не уверен, лорд Садлер найдет лучшее применение этой силы и спасет мир. Сила Лас Плагас, он сможет спасти тех, кто согрешил, и очистит их души, создав безгрешный мир. Именно такой, каким он должен был быть. Или быть. После очищения они присоединятся к другим Ганада. В чем и найдут смысл своего существования. Когда же лорду удастся создать тот мир, о котором он мечтает, грехи семьи Салазар будут искуплены сполна. Письмо человека, который не понимает, что он сделал и на кой хер. Потому что то, что я сейчас прочитал, указывает на то, что он не понимал, для чего Лас Плагас убрали. Саеста. А я... Чё, Саеста? Сиеста? Блядь. Давайте не надо. Блядь. Удобно. Так. One sec. Thank you. Я не могу двигаться, да? Но так нечестно. Если бы я мог еще двигаться, было бы вообще великолепно, если честно. Ой, здрасте! Я так испугался, если честно. Ну, я удивился, по крайней мере. Стоп. Мне послышалось, что слева кто-то был. Так, все. Один стреляет теперь, хорошо. Значит, с одной пули... Значит, у них всего 5 хп, то есть на каждого из них должно уходить всегда по 5. Сука, сейчас перезарядится, стрельнет. Ага, мне нравится. Не понял. А ты что такой живучий? Не надо быть таким живучим. Вот так надо, да. Заметьте, он сейчас ставил 5 патронов. Когда у меня уже был один патрон внутри. Так.
Вот это никогда не продумано. Ни в одной игре по шутерах это никогда не продумано. Так, пока я попридержу вот эти вазы. Так, как мне наверх подняться? Так, ага. Ага, понял. Хорошо. Все что? Одна была пустая, грустно. Патронов много тратить. Хотя их почему-то у меня тоже точно так же много. Кройка дверька. Я что-то, мне кажется, повысоковато залез. Мне кажется, я высоковато залез немножко. Я не в ту дверь зашел. Ладно. Я вижу здесь еще одну дверь. А, не, нормально. No there is vivir, no there is vivir. Да-да-да, я ничего не понимаю, о чем вы говорите, но говорите дальше. Грустно. Я честно грустно немножко, то, что он не докинул. Не, есть шанс, но я не хочу сейчас им... Не, я хочу воспользоваться этим шансом. Спрыгивай. Ой, так нечестно! Ой, так нечестно! Ну ладно. Так, 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 так. Давай, подходи, подходи, подходи. Опа, 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 опа. Да, 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 да. Как бы заднего. Хорошо. Идеально. Потратил столько же, сколько он мне еще сдал. Монеты. А, я понял, меня сейчас задерживают монетами, чтобы он убежал как можно дальше, да? Куда ты? Ты же понимаешь, ты никуда сейчас не уйдешь. Ах ты с... Магазин ушел. Он меня ведет в ловушку, я в этом уверен. Привет. Не у... Я... Чё? Где он? Я уже слышу, сколько его есть. Да-да. Я пойду к тебе, конечно. Дебил, блядь. Заберу. Я не могу прицелиться. Что? Во что я стрелю? Ага. То есть вот так вот, да? Ну я понял. Сейчас перезарядка будет у него. Дверь открой быстрей. Не, я не понял. Он так, он каким-то невообразимым образом знает, где я буду. А прятаться я не могу, да? Подожди. Пуля настолько большая, просто что не может попасть. Или как? Угу. Вот это мне понравилось. А вот то, что сейчас звуки исчезли, мне не понравилось.
Я подумал, все, конец. Так, теперь можно спокойно, спокойно уничтожать все вазы. В которых могло быть все что угодно. То есть я должен был с ним на первом этаже, что ли, сражаться? Не, я так не играю, если честно. Кстати, какой-то глухой звук начался. Вы слышите, когда я ломаю вас, такой глухой звук? У меня, кстати, место в инвентаре сейчас закончится. Меня срочно нужно сейчас сделать вот так вот. Так, когда-нибудь я, возможно, увижу опять эту траву с этим... Как его? Скажи мне, я скажу тебе. Стоп. Не туда, да? Как его? Комнату. Как она называется-то? Такую прикольную, необычную комнату. Комнату. Я про чё говорю? Сука, я что-то как-то... Я забыл. Комнату. Какую комнату? Что-то я запутался сейчас. Мне нужен сейв, в общем. Я просто увидел комнату с сейвом, потом потерял мысль. Я увидел комнату с сейвом, потерял мысль. Я забыл, о чем я хочу рассказать сейчас. Хотел сказать. Что это? Кнопочки. Повешенные два. Отрубленные. И сожженные. Я вот это сначала заберу глаз, наверное, оленя. А потом уже буду понимать. Потом уже буду думать, что происходит. Все, я вспомнил. Звук этого. Звук вазы какой-то слишком глухой, что. Принеси в жертву 6 жизней, и истинный путь будет открыт. Подожди. Нем. Ну, 1, 2, 3, не? То есть мне сейчас нужен один отрубленный и... чё? Что-то я как-то это... То-то-то-то-то... Так, 6 жизней. 4, 2 отрубленных. Две отрубленные головы мне сейчас нужны. Две отрубленные головы. Две отрубленные головы и... 4 повешенных. Так, две отрубленные головы я уже понял, хорошо. 4 повешенных. Вот сейчас здесь 6. Так, вот у 6 уже с двух этих картин есть. Четыре повешенных есть. Стоп. Да, еще одна глава. Я не помню, что там последний. Давай так. Ничего не происходит. Окей, я понял. 4 повешенные... 4 жизни. Так. Иху! Я, если честно, сейчас наугад тыкал, но у меня получилось. Получилось как-то на везение, если честно. Ну, ёшкин кот.
Ёжики, котики. But I'm afraid it's Ashley we need. Not you, Mr. Kennedy. If you don't need me, then get off my back, old man. Did you say old man, Mr. Kennedy? It might come as a surprise, but I'm only 20 years old. Ну так одевайся нормально. So you're just like all the others? A puppet of the parasites? Surely you don't think I'm the same as those diminutive ganados. The parasites, las plagas, are slaves to my will. I have absolute control. Well, I really don't give a damn. Rain or shine, you're going down. Что-то новенькое. Get rid of our American friend. Ты уверен, они избавились? А ладно, вот этот со... Что происходит? Отойди. Пока. Хорошо. Так, с этим можно будет вот так вот сделать. Не подходи. Здрасте. Большая хилка у меня есть. Хорошо, я нашел один способ сэкономить патроны. Хорошо. Только мне нужно как-то прям идеально это сделать. Один уже бежит ко мне, несется на всех парах. Отойди от меня, перезарядись, пожалуйста. Опа, а это вот это было сейчас неприятно. Узнай, что у меня пусто в магазине патрончиков. Я кое-что увидел, кстати. И я сейчас не хочу сейчас. Вот вообще неохота никаким образом. Надо подумать. Потому что справа меня кто-то был. Я быстро развернуться и сейчас повернуться налево, точнее, сейчас не смогу. То есть, бегу. Это такой прикол, да? Да-да. Хорошо. Ой, пуля. Откуда, кстати, прилетела, я не заметил. А, патронов таких нет у меня больше. В наличии патронов нету. Значит, что мы делаем? Бежим, потому что я не понял, откуда по мне сейчас стрельнули. Понял. Блять. Как неприятно все-таки получать по лицу. Минус один. Думал я. Где? Да что такое? Кто? Место-то хорошее. Блядь, никто не должен попадать. А вот он ты, сука. Так, вроде никто не должен попадать. О, прикольно. Спасибо, благодарю. Мне понравилось. Встань.
Вот сейчас не могу попасть. А он может. Давай, 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 давай. Минус один. А у этого, значит, есть в башке вот эта неприятная вещь. Хорошо. Я запомнил. Вот это я запомнил. То есть сейчас можно сделать это красиво и приятно. Ну ладно. Сделал немного не так, как хотелось, но ладно. Главное, что я сделал. Так, перезарядка. Так, патроны для пистолета-пулемета тоже у меня заканчиваться начинают. Это меня не радует. И тут я задумался прокачать даже не то, что урон на пистолет. Я хочу гранатомет. Также мне сейчас нужно что найти? Правильно. Еще 1 000 000 хилок. Спасибо. Хоть одна, да есть. Так, тут что у нас это по... Ага, обычный... О, не. Я подумал, что-то обычное. Это прям что-то... Что-то приятное. Ну ладно. А как тогда у нас получается? Патроны есть. Этим. Вот это я мне не получилось этим воспользоваться. Здесь мне ничего не светит. Опа, вот здесь посвечивается у меня здесь что-то. Стоям, боб. Проблемная комната номер 300 000. Так. Откройте, пожалуйста. Точно ничего не будет, потому что вот этот потолок мне не нравится. Откуда у меня пистолетные патроны? Вот мне не нравится. Там ничего нету, значит, мне туда ходить точно не надо. Я что-то не хочу сейчас заходить. Так, эти патроны, кстати, я не взял. Окей, у нас вот сейф здесь, а мы никак не можем открыть здесь ничего. И вот, а. Кажется, это какая-то система безопасности. Отключите, конечно. Так. Нормально. Все, да. Больше никто по мне стрелять не будет, либо они сейчас как через какое-то время будут это делать. Я просто сейчас ожидаю. Значит, просто могу сейчас сделать вот так, да? Могу, да. Я могу это сделать. Но я только не понимаю для чего. Я не могу сейчас перепрыгнуть. Я могу только спрыгнуть. Перепрыгнуть я не могу. Так, это вопрос. Назревает вопрос. Спрыгнуть. Окей. Значит, позабраться я могу куда-то. Как-то туда, ну. Да? Либо. Либо все настолько продумано, что я не могу перепрыгнуть лишь из-за того, что у меня не появляется правильная кнопка. Я не могу. Где кнопка? Кнопку больше я нажать не могу. Люстра у нас слишком высоко. Сверху у нас ничего нету. Окей, пойду тогда в ту комнату, которая для чего-то мне нужна, но не для чего. Самая непонятная комната на свете. Ну, с
сейва у меня давно не было. Проходил я миллиард тысяч лет. Назад я вернуться не могу. Что мне остается делать? Ладно. Я думал... Привет. Товарищ, вы что-то неправильно поняли, я считаю. Мне кажется, они были заскриптованы именно там по хедшотам. Не то, что мне так повезло, а то, что по хедшотам. О, что-то знакомое. Что происходит? Что происходит? Что? Непонятно, что там происходит. Так. А, стоп. Что-то открылось, что-то закрылось, да? Ну, конечно же, я пойду там, где открылось. О, это мои друзья вороны с первой серии приехали. Да, вороны. Это друзья вороны с первой серии. С первой части игры. Я их давно ждал, если честно. А, нет, они даже с самого начала игры. Вы чё? Я чём я? Они же с самого начала игры у меня. Могу выпрыгнуть? Конечно же нет. А то стёкла побить могу. Ти-ти-ти-ти, чего я хочу? Что же меня ожидает? Я не могу вам точно никому сказать, потому что я сам души не еб... Эй, кстати, я только сейчас задумался, а что за вороны... Вороны-мутанты были в первой части, то, что меня могли уничтожить просто. Либо вокруг Леона какой-то щит от ворон, а у Джилл не было. Потому что там она 98-й год, а здесь уже какой-то 2000-й, там, вау. Я чую подставу. Вон оттуда. Вон оттуда, я оттуда. Я могу стрелять по воронам, но я не хочу. Зачем? А? Вот это... Что? О! Патроны для магнума. Да и где-то я найду магнум. А если я где-то найду магнум, что это значит? Что это значит? Значит, скоро у меня появится магнум. Потому что все закрыто. Заперто с другой стороны. Если мне кто-нибудь поможет, я смогу попасть на другую сторону. Кто тебе, сука? Кто тебе поможет? Здесь что? А, у нас... Серьезно? Здесь будет Луис? Или как его звали? Честно, я забыл. Серьезно, он здесь будет? И он будет... Блин, я подумал, здесь это проход. Так. Ага. О, это я добрался уже до отсюда? До лабиринта? Офигеть. Я думал, он дальше намного. Точнее, был уверен. Я был уверен, что он намного дальше, но что-то как-то... Уверенность пропала. Потому что я его сейчас увидел. Я ошибался. Грустно. Проверить, похоже, сюда что-то нужно вставить. А, две луны сольются воедино. Что это значит? Хер его знает. Ну, блин, я подумал, оно пробиваемое. Мистер Кеннеди. Still alive, I see. So, do you like my garden? I see you've managed to work in a little of your twisted taste here, too. Sagacious as I am, even I get lost here sometimes. Even if it takes your whole life, you'll never get out. Do you know that no one dies without a cause? You will satisfy the stomachs of my cute pets. Now, if you'll excuse me, I have to tie up a few loose ends, like chasing down a couple of rats. Two rats? If one's Lewis,
Who's the other? Huh. They're an intruder besides me? А кто другой, правда? Ну ладненько, давайте тогда на этом закончим. Вот этот хороший, красивый на вид лабиринт мы пройдем в следующей серии. А так, всем пока, с вами был Стал, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, до следующей серии и всем пока.